Не, ну я даже не знаю, ты, короче, ну ты точно не француз, ну не кубинец. Я не знаю, ну что-то такое, полупорториканец. Платформа номер 3. Первая остановка у нас очень крутой храм. Сейчас туда и поедем. Правда, ехать. Я только приехал. Ехал, блин, 3 часа. Первое впечатление о Пусане. Ну, вот где находится терминал, бас-терминал. Ну, такая, в общем, деревенька, если честно. Но мне очень нравится все равно. Воздух здесь, конечно, еще лучше, чем... Как-то еще свежее, чем в Кванджу. То есть Кванджу достаточно тоже близко к морю находится. Но здесь прям вот несколько километров до него. Вон там, по-моему, где-то мой автобус. Все, до связи. Храм называется Хайдонг Йонгунгца Темпл. Название, конечно, так себе, так и не запомнишь. Это буддийский храм, который находится на берегу моря. В общем, там должны быть просто шикарные. By the way, what is your name? I'm Nosh. Nosh? Nosh. Nosh. Nice name. I'm Matthew. Matthew, nice. Yes. I'm Alex. Alex. Внизу отдыхает кошак. Красивый длинный кошак. Храм этот был построен в 1376 году, как я понял, в честь богини милосердия, богини Гуанин. Прям за мной. Очень много народу сюда приходит, хотя это буддийский храм, но, как оказывается, в Корее очень много буддистов. И загадываем желание. 3 раза по часовой стрелке. Буду в грантинг сам. Окей. Будда, который дарует детей. А именно сыновей. Ну, я тоже не против. Пусть будет. Первый пляж в Пусане.
напоследок историю рассказать. Вот ребята здесь катаются на серфе на маленьких волнах около берега. В общем, там сзади два парня были, один такой потолще, а другой похудее. Ну, такие прикольные ребята. Видно, что очень много удовольствия получают, катаются. И, в общем, они катаются, идут, короче, девчонки две. Ну, и они такие, типа, ну, такое, типа, природа, что ли, сыграла. Типа, надо что-то показать. И, короче, такой покрупнее, прям разбегается, кидает доску, прям шикарно так проехал. И потом девчонки такие заметили, круто. И он, короче, такой, типа, отвернулся, как будто их не заметил, и пошел прочь. А парень, который поменьше, похудей, который там катался как раз-таки, вот его видно было, когда я только снимать начал. Он, короче, тоже разбежался, просто шикарно кинул, короче, и спотыкнулся. И девчонки тоже это заметили, и он такой, типа, ах, за голову схватился такой. Ну, да, лоханулся, в общем. Прикольно, на самом деле, было понаблюдать. Очень смешно и весело. Ну, ребята очень прикольно веселятся, вот эти два парня. Ну и девчонки заметили, и на самом деле, скорее всего, все равно познакомиться с ними. Потому что любовь не знает границ. Но крутых серферов точно вариантов больше. Вот так. Подходит к концу первый день в Пусане. Шикарно отдохнул, шикарно погулял. И супер насыщенный день. Правда, дорога, конечно, долгая. Ну, храм, пляж, шикарные веселые корейцы, короче, все весело. Впечатления о Пусане. На самом деле вообще не ожидал здесь все. Как в Корее уже привычно, все на обратно. Здесь как-то все разбавляется иностранцами. Хотя ну, не единственный такой район в Корее, но все равно пляж такой красивый, да, в Калифорнии. Кстати, чего про воздух скажешь? Блин, воздух, да, да, офигенный морской воздух. Кстати, у тебя классная маска. Да-да-да. Как так? Привет, ну, добро пожаловать. На позитив. Не, ну я даже не знаю, ты, короче, ну ты точно не француз, ну не кубинец. Я не знаю, ну что-то такое, полупорториканец? Да, тебе еще... Да, бразильская... Бой Бразиль. Национальный? Бой бразильская кухня. Может, зайдем туда? В принципе... Бразильская еще ничего не получается. В Корее очень сложно попасть в место, в которое ты хочешь попасть. Потому что написано большая вывеска, типа, бразильская еда. Ты подходишь к ней и не можешь зайти. Тайский массаж. Уже тайский массаж. И вот мы бразильскую еду вот так, в общем-то, в тайский массаж попадаешь. Вроде ищешь поесть, да, приходишь в тайский массаж.